практически все закрыто. Вот и Секириджи, поворот. И смотрите. Время 10 часов. Обычно здесь народу не протолкнулся. Лахмаджун, все закрыто. Никого. Спускаемся в Мармарай. Время 9 часов утра. Вот нам жарят котлетки, блядь. Ай-яй-яй, как вкусно. Можно хоть кебабики заказать. Угостили чайком. 20 лир порция. Ну, такой сейчас аэропорт Стамбула. Поганый тикет-сервис. Нет ни Wi-Fi, ничего нет. Но зато тележка 5 лир. Вот. Доска расписания. А сейчас 14.40, вот появился, причем вверху. Да он появился, а что толку? О, вы тоже, да, туда? Ну, мы вообще должны быть.
Но летает только Domestic. International практически там два рейса пока отмечены. Остальные пока просто висят, но ни регистрации, ничего нет. Двадцать восьмое. Ну что, Ольга Юрьевна, вырвались? Или еще не совсем? 28 марта. Вот все рейсы какие сегодня улетают. Все. Пидорасы. Жадные пидорасы, блин. Тележка 5 лир, блин. Ничего, все закрыто. Все. Интересно, приорити пас работает, блядь? Сережа, а давай ты возьмешь маленький рюкзак, а я покачу вот этот. Я притащу большой рюкзак. Давай так, давай так, набери. Я пока поснимаю. Так, лонж. Miles, Miles. Нам это не надо. Ничего. Были месяц назад. Здесь было не протолкнуться. Поебать, блядь. Теперь поебать. Я вижу, сейчас попробуем сканировать. Пробуем пойти в иглу. В приорити пас пошли. Ничего, блядь. Ольга Юрьевна хомячит, да? Вот, кто хочет задариться в дьюти фри. Да успокойся. Время. Месяц. Мы были ровно месяц назад здесь. 28-го. Здесь было же просто пиздец.
даже не найдешь таких слов. К эвакуации подготовились. Ну а как же? Она где-то вот здесь, наверху. Вот, по-моему, вот здесь. Он наверху. Где? Он наверху, он стоит. Кресло, нет? Здесь должна лестница наверх быть, блядь. Нет. Капку не, блядь. Вот он, Иго Лонж, Скайтим Лонж, бумажник надо будет доставать. И билеты. Ну попробуем. Все закрыто, приорити пас закрыт. Офигеть просто. Хорошо, с собой взяли пирожков. Чайка успели залить в нашу любимую кружку. Так бы пес его знает, даже перекусить здесь нечего. Так же как-то вот так. Ну, картина ясна. Все международные вылеты сегодня, да, и сегодня, и завтра. Потому что он после налей. Все, что есть. Продолжаем двигаться в сторону гейта посадочного. Опа, опа, опа. Вижу рабочий аппарат. Прошли 4 аппарата, ни один не работал. Неужели этот будет работать? Вот, нашли как бы работающий магазин, видите? Все закрывается целлофаном. И ленты огородили все. Продолжаем двигаться к гейту F. И даже шекер закрыли, суки, сволочь закрыли, все закрыли.